Здравствуйте. Утром 26 декабря 2020 года на 1009 километре федеральной автодороги М4 Дон в Ростовской области произошла массовая авария. Столкнулись 4 попутных автомобиля, грузовой МАЗ с прицепом, легковой ВАЗ-2107, фургон Fiat Ducato и еще один фургон Mercedes-Benz. Пострадал один человек. С различными травмами его госпитализировали в больницу. Инцидент произошел под Новошахтинском в 11:40 по местному времени. По предварительным данным, 42-летний водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего попутного автомобиля ВАЗ-2107 и допустил с ним столкновение. От удара, легковушка, продолжив движение, столкнулась с попутным фургоном Fiat Ducato, который впоследствии столкнулся с попутным фургоном Mercedes-Benz. От столкновения легковушка превратилась в груду искореженного металлолома. Ее 45-летний водитель получил различные травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу Ростовской области. К счастью, в аварии больше никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Сотрудники ГИБДД призывают всех водителей к соблюдению правил дорожного движения. Ни в коем случае не выезжать на встречную полосу и соблюдать скоростной режим. Обращать внимание на состояние дорожного покрытия и быть предельно внимательными по отношению ко всем участникам дорожного движения. Желаем всем удачи, берегите себя. Всем пока.